Новая система вызывания. Огромный плод. Три таза. И куча акул. Готовься сожрать тебя всех. Здесь самое главное — выжить. Постоять за свою жизнь. И всеми силами. Лол, нет. Всем привет, с вами Геринкастей. Я продолжаю играть в игру Raft Survival. И я продолжаю наконец-то. Вот нас и человек, его прокатило. Я не человек, я есть крут. Никак не могу забраться на это тупое место. Я залезаю быстрее, давай. Видимо я коротышка. Видимо я мини-пуд. Мини-пуд, я залезть сюда не могу. Залка, это печально. А чё в ящике есть? А в ящике ничего. Уходим отсюда, тут ничего интересного нету. Это единственное место, где есть что-то интересненькое. И что у нас тут есть? Бумага. Ордерная бумага. Да, слишком много. Слишком много тут полазили. И куча бестолковых мостов. Да. Единственное свободное место тут, единственный открытый дом. За все три дома, которые тут построили. Видимо, три дома тут для красоты построили. Взяли для красоты, чтобы не было пусто везде. Шкаф не открывается. Вот ты хрена все это сделали? Для красоты, что ли? Я так знала. Я весь остров обсарила. Ничего не нашла. Второй остров. Так. Господи, что за система поднимания? Я что, в Китае, чтобы так, блин, подниматься по ступенькам? Не до такой степени я в Китай-то попала. Так. Сейчас мы обсалим военную базу, и я докажу, что тут хоть что-то есть. Походу, военную базу делали алказы какие-то. Валим отсюда, мне это место не нравится. Поплыли на другую. Последний отряд на сегодня. Да, у нас еще один остается. Еще несколько острововсиков. Это место с контейнерами. У контейнеров наверняка что-то есть. Крокодил Гена застрял в ясиках, поэтому надо его убить скорее, пока он не убил меня. Здесь только единственное, это уголь, просто тут ничего интересного нет. Ой, опять застрял! Есть хочу! Есть хочу! Тебя попросил. Есть хочется? Рот открыл. Ну дерзи. Еще хочу. Дерзи. Еще уголь. Отлично. И воду. Я собирала камни, и пока собирала, на меня напало крокодил. Ему не понравилось, что я решила спилить в уголь. Извините, я не хотел спилить твой уголь. Он не до сало упал. Вот ребята, физкультура это зло. Ни за что не занимать физкультуру, упадете как крокодил. Это было печально. Он был таким хорошим другом. Без него на этом острове просто скучно. Руби дерево, ничего не делай. А так скучно за что сделать. Так, руби для начала дерева, он нам понадобится. Для чего-то понадобится, я точно уверена. Будем убивать свой плод. Я так и не сделала это, как хотела. А хотя, у меня много впереди интересного. К примеру, давайте мы с вами соберем бесполезные цветы. Нифига не мне, я зрать их не хочу, они невкусные. Так, и срубим им. О господи, я собираю маленькое деревце, будто блин, это огромная пальма. Огромную пальму с двуразом. Не руби ее пистолетом! Руби топором! Не пальма! Надо тут такая большая, нет! Надо тут я коротышка, а ты нет! Эти пальмы тут такая крепкая, я нет! Это последняя пальма! И она уходит в небеса! Я по ней никуда не пойду! Потому что здесь в небеса могу воевать только я! Эти пальма! Она проделала сквозь забор, но потом забор резко исчез. Логика.
Та тут ее уже нет, она давным-давно покинула это место. Забыл. Так. Ну, в принципе, все уже довольно понятно. Все. А уйти отсюда можно? Мне это место уже надоело, если честно. О! Давайте зубим все пальмы отсюда, а? Зубим все пальмы и свалим отсюда. По-моему, будет эффективно. Тело охренеет. Офигеть, тут смылась и все забрала отсюда. Даже если аллигаторы оттянутся, они не оттянутся, то... А что у нас есть? Так, я собираю... Тут у нас бесполезные вести, которые не нужны. Нахрена вот не все это надо, а? Папоротник. Не нужен, но невкусный. Гриб. Оставим, он вкусный. Так. Пока я собираю грибы, нужно обсмотреть еще ящик. Я пока стрелялась с крокодайлом, у меня закончились припасы. Так. Я вот застрял. Вот мы теперь на маяке. Здесь очень красиво. Но только камни, вода и маяк. Пока я ходил и слушал Моргенстерна, я разбудил аллигатора. Извини, я не знал, что не раз Моргенстерн. Ты по кому больше тогда слушаться, не? Кого слушаешь больше? Баскова? Сказал, что Баскова. Он упал в обморок, когда я сказал слово Басков. Это услышал его брат и послал ему на помощь, как называется, братская помощь всегда поможет. Но тут оно что-то отсутствует, потому что он даже не забрался по камням. Я высоко, высоко сижу, далеко гляжу. К этому дело бесконечно. ХП-ск у меня довольно много, хотя у меня заканчивается энергия, это очень плохо. Поэтому я заставлю тебе помощь лука. Хыть я Тарзан. Хыть я Тарзан. Надеюсь, яськи будут баловательные ласты. Нет, там солома. Хотя я подумал, что за деревьями убивает, а оказывается, меня убивает телекатер. Видимо, он такой длинный, что может достать своими зубами до самого высокого куска дерева. Останется не кокос. Ладно, он не заходил достать не кокос, видимо, он любил с банан. Хотя, че он такой бронированный? Смотрите, я могу его убивать, но урон ему никакого не наносу. Нати. Нати. Видите, у него броня. У него броня в виде дерева и камня. Какой же умный аллигатор. Вот таких умных аллигаторов просто нигде не найдете. Давай выйдем мы раз, на арену, на арену. Ты я, ты я. Блин, я проигрываю битву. На маньяк меня все еще не пустили, видимо, я не заслужил туда пойти. Хотя, а застрелить? Нет, дерево у нас бронированное. И текстуры проходят сквозь него. Блин, а может через окно залетим, а? А если через окно, то эта система неплохая. Можно попробовать. Через окно, ребят, тоже не вариант. У меня ничего, я хотел допрыгнуть, но не получилось. Видимо, у меня чувак, как дядя Степа, очень длинный, и в окно он не залезает. На маяке ему музык спит. Музык, там дверь, иди я открою ее. Эх ты, тупое быдло. Возвращайся домой, дом, родимый дом. Первым делом не тиёк, а рыбалка. Рыбалка первым делом. А потом тиёк. Так, давайте себе с вами работать стол, это очень сложно, но мы справимся, ребят, мы справимся. Так, туалет и бумага есть. Гвоздики есть, и стекло тоже есть. Какого хрена ты не собираешься? Так, туалетку мы сделаем быстро, мы сейчас ее просто переделаем и все. Проблем-то сделаем. Так, давайте все делать стеклом, но это не так уж и легко. На поезде забиваем белый камень. Пока он делал сквозь, ребят, я решил порыбачить, ребят, пока. Частички достанем, и что-нибудь хотя бы нужненькое там найдем. Пока я рыбачил, я увидел трагедию. У нас не хватает серебряного слитка. Ну что, давайте его сделаем. Так, для начала луцаем. Уровень состой довольно луца, чтобы у нас быстро все загрузалось. И пока я хотел поймать солому, но меня напала акула. Резко. Резко и непонятно. Но я не пальцем деланная, и я смогла отразить ее удар. Вали, не возвращайся больше. Изготавливаем соломы, чтобы быстрее все обновить. Так, все собрали необходимые ткацкий сынок. Обновляем. И кузницу. Обновляем. Но тут у нас не хватает серебряного слитка. А так, обновляем. Все, седьмой уровень.
Так, и тут тебе ты уровень рыбацкой сети. Обновляем. Отлично. С обновлениями мы и закончили. Берем серебряные слитки. Бум, их есть. Наработало. Ну, на меня опять напала акула. Наплутяй. Без комментариев, короче. О, я могу открыть акулу. Ну-ка. О, голова. Ну-ка. Голову я не знаю, это я могу делать из головы, а вот еда, понятно. Так, быстро все делаем. Так, не хватает угля. Ну что, давайте мы с вами уголь тогда изготовим. Мне повезло, у меня уголь оказался прямо в сундуке. Везение. То есть, какую, ребят? Так, голову ставим сюда и... Так. И это Егор. Ой. Нет. Так, теперь не хватает угля. Опять ты? Где ты? Где ты у меня? Я тебя не вижу. Где ты? Где ты? Где ты, тупая акула? Эх ты, где ты? Где? Вот ты где. На плоти. А, попала. Возвращайся. Так, не хватает на работе стол. Так, у нас не хватает стекла и туалетки. Туалетки хватает, теперь не хватает стекла. Ну все, ребята, давай с вами заделаем стекло, но для этого нам нужно много дерева для стекла. Так, дерево у нас есть. Так, но для тела нам нужно исследовать острова. Погнали на острова. Так, я на острове. Так. И первым делом, когда я решила обкрасть этот ящик, на меня неожиданно. Так, здесь дерево, это хорошо. Я для этого и взяла, кстати, кирку. Но мне напал волк. На плоти. С первого удара. Ха, ясно. Знай нас, городских. Открыть ящик не офигело. Много полезных вещей, которые мне понадобятся для вызывания. Особенно пистик. Вот пистик хорошая вещь. Попробовал свою первую акулу. Ну не знаю, ребят, на вкус она какой-то будет-то курица. Из дерева изготавливаем уголь. И вот из угля белого камня мы изготавливаем с вами серебряный слиток. Пить давление до 100 уровня. И после сразу мы обновляем с вами пилораму. Так, стекло с вами готово. И вот мы с вами делаем рабочий стол. О, какой красавец. Так, где бы его поставить? Так. Мне кажется, что вот тут он будет смотреться великолепно. Вот. Не, поверни его. Вот, так, вот так-то лучше. И посмотрим, что я с ним могу сделать. О, двигатель от самолета. То, что надо, ребят. Это то, что я хотела. Наконец-то случилось то, чего я только хотела. Я потяну двигатель. Так. Болты все сделаем с вами. Так, еще болты. Так, и стекло. Так, и вот готов двигатель. Да, двигатель готов. Мы с вами можем делать другие вещи. Пока у нас двигатель делается, мы с вами займемся важными вещами. Будем все прокачивать. Так, можем делать пропеллер с вами. Можем с вами сделать панель управления. Либо сделать штурвал. Так, надеялось, что у нас есть на почте. На почте. Нету ни хрена. Вот, мы с вами делаем второй пропеллер от самолета. И штурвал. Вот, эти детали с вами готовы. Но не осталось на панель управления, которую я не делала. А для этого нам нужен... Инженерный столик, который я вам уже сделала. Так что нам надо собрать с вами. Давайте с вами соберем дерево, все, что нам нужно необходимо. Чтобы создать провода. Для создания проводов нам нужен свинец, который находится на острове. Все, они на острове, ребят. Это было очень быстро. До встречи, тюр. Так. На острове у нас... Ника... А это еще кто? Медведь? Медведь меня встретил косолапой. А, косолапой, не трогай меня! Он упал. Он не дошел до меня. А он ведь был так близко. А это еще один медведь. А, это кабан. Свинья, офигеть. 23 уровень, это нормально. Так, что у нас еще? Ух ты! Два куска огромных мяса! Офигеть, вот это да! Да, от халявы не отказываюсь.
Мясо, ребята, жареное, оно столько поднимает здоровье, это вообще отлично просто. А, свинец, кстати. Кабанина у нас где? А я должна была создать свинцовый слиток. Из свинцового слитка мне нужно было еще детали, чтобы создать провода. И свинцовый слиток нужен, чтобы из него провода создались. И провода, и главная деталь для... А это еще кто? Кабанище напал на меня. Такой молодой. Ладно, все, добываем свинец. Хватит и пиздянить. Блин, это медная руда. Не-не, это надо было. Ладно, может тут есть свинец где-нибудь. Все, зарим. Смотри, сколько здоровья поднимает. Так, ребят, я делаю с вами свинцовый слиток. Вот мы его сделали, мы молодцы. Теперь давайте подождем, пока у нас сделается наш свинцовый слиток. Так, это у меня инженерный столик, ну, сборочный столик. Я его захотела прикатять, но передумала. Но зато... Так, я опять на острове. Опять добываем этот свинец. Мне он нужен обязательно. Ну, медную руду, какая разница. Так, быры добываем его. Нам нужны провода, а для этого у меня не хватает свинцовых слитков. Ладно, все, быры доделываем и валим с этого острова. Все, я здесь. Все детали собраны, ребята. Мы готовы с вами собрать самолет. Ой, господи, ребят, ровно 3 часа слой-то видео. Ровно 3 часа я все это делал, ой, господи. Сразу скажу, ребята, это было очень сложно, очень. Я прямо злею. Но, давайте с вами заберем мясо. Оно подкрепляет здоровье, но отлично просто. Это великолепно. Егор, скажи мне хотя бы доброе слово. Пожалуйста, скажи доброе слово. Сказал бы хотя бы удачи. Он ничего не сказал. Залка. Я на острове. Я уже около самолета, ребят. Теперь момент тот, который я хотел сделать еще 3 видео назад. Собрать этот грёбаный самолет и улететь отсюда. Давайте. Наконец-то, ребята. Ура, ура, ура. Я сейчас улечу отсюда. Давайте, давайте, давайте. Вставляем. Вставляем. Так. Двигатель. Пропеллер. Штурвал. Панель управления и гвозди. Все, восстановить. Все, мы... Что? Что-то не полетел. В смысле? Что произошло? Что это такое? У меня было что-то новенькое. Где? А, может, в дневнике? Может, меня подбили? Может, меня ранили? Может, самолет уже давно был сломанный? Но я этого потянило. Вон, даже... Удосужилось все подтянить. Все, готово. Полетели отсюда. В чем проблема? Что? Топливный бак? Это пиздец, ребят. Мне еще надо наливать сюда топливо. Ребят, это последняя капля. Ладно, снова список в дневничке. Так, самолет восстановлен, готов к отправке. Осталось только найти топливо. Стоит поискать на острове с контейнерами.